Друзья, всем большой привет! С вами Виктория. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю салат на Новый год. Название для салата я выбрала «Тигровый» в честь символа 2022 года. Готовить я его решила не просто с отварной морковью, а с морковью по-корейски. Получается очень красиво, оригинально и вкусно. В конце мы с вами попробуем вместе салат и посмотрим, какой он получился внутри. Для начала приготовим морковь по-корейски. 200 грамм моркови натираю на терке для корейской морковки. Приготовить ее очень легко и быстро, если у вас есть все нужные специи. Я покупаю уже готовую смесь специй. Сюда входит паприка, кориандр, красный и черный перец. Очень удобно. Добавляю соль, 1 чайную ложечку сахара, 2 чайные ложки специй. Такие с горочкой. Все перемешаю. Мять не надо, так вот слегка перемешать. Выдавливаем 1 зубчик чеснока. Сюда же добавляю 3 столовые ложечки растительного масла и буквально пол чайной ложечки 5% уксуса. Еще раз все перемешаем. И отставим в сторонку, пусть наша морковка хорошо промаринуется, а мы пока займемся подготовкой других ингредиентов. Куриную грудку я отвариваю в течение 15-20 минут. Когда вода закипает, снимаю пенку, добавляю соль, перец горошком и лавровый лист. 250 грамм куриной грудки мелко нарезаем. Куриную грудку немножко посолю, поперчу и добавлю майонез. Хорошо перемешаем. Куриная грудка зачастую получается немного суховатая. Если мы ее перемешаем отдельно с майонезом, то получится более сочно. И при нарезке салат также не будет разваливаться. 60 грамм твердого сыра натираем на мелкой терке. 70 грамм грецких орехов. Мелко порубим ножом. В сыр добавлю орехи. Немножко посолю, поперчу. Выдавлю буквально пол зубчика чеснока. И смешаю с майонезом. 4 яйца натираем на средней терке. У одного яйца оставляем белок на украшение. Собирать салат я буду слоями в разъемном кольце. Я его установила на диаметр 17 сантиметров. Первым слоем выкладываю куриную грудку, промазанную майонезом. Все аккуратно разравниваю и утрамбовываю. Корейская морковь хорошо промариновалась. Визуально делим ее на две части. Одну половину выкладываем вторым слоем. Промазываем майонезом. Третьим слоем выкладываем натертый твердый сыр с грецкими орехами. Четвертым слоем выкладываем натертые яйца. Яйца немного подсолим и сделаем сеточку из майонеза. И последним слоем выложим оставшуюся корейскую морковь. Последний слой мы промазывать ничем не будем и в таком виде убираем салат в холодильник хотя бы на пару-тройку часов. И затем будем украшать его. Наш тигровый салат готов. Получился он очень вкусный, оригинальный и пикантный. Я его украсила черносливом и белком. Вместо чернослива можно использовать черные оливки.
Давайте же я попробую салатик и расскажу вам свои впечатления. Получается очень-очень вкусно. Это прекрасное сочетание продуктов. Корейская морковь с грецким орехом, сыром, куриная грудка. Обязательно попробуйте приготовить такой салат. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.